Приветствую всех на канале. Сегодня у нас звезда барахолки, так сказать, классический китайский радиоприемник во всех плохих и неплохих смыслах. Ну, конечно, в первую очередь это цена, преимущество Китая. Это очень дешевый, а так скажем, самый, можно сказать, дешевый радиоприемник, который имеется в продаже. Вот, это главное его преимущество, и недостатки, и другие качества мы должны смотреть с этой точки зрения. Значит, это много мультидиапазонное, тут у нас 5 обозначено, на самом деле 4 диапазона, просто FM-диапазон немного расширен, да, 64 вот здесь, то есть он захватывает телевидение. Вот, теперь у нас... Тут характеристики сбоку. Ну, давайте просто открывать и смотреть, что у нас в комплекте имеется. В комплекте инструкция. Инструкция, так, на русском. Вот, все это есть, но данный радиоприемник настолько прост, что, наверное, инструкция не очень-то и важна. Но то, что на русском есть, это хорошо. И на английском, и на китайском. Так, достаем из пупырышек наш приемник. И вот он, наш как бы звезда нашего барахолки. Так, он, кстати, не легкий радиоприемник относительно других китайцев. Дизайн, ну, своеобразный, классика Китая. То есть, такая форма какая-то. Черный весь, мусорный цвет. Вот, шкала есть, 5 диапазонов тут якобы. Даже номер 1 тут указано. Динамик довольно-таки большой. Пыльник у нас блестящий. Так, настройки здесь. Настройка плавная, это очень хорошо. Но не точно, то есть она кривая стоит. Здесь у нас выключатель с громкостью спарен. Здесь у нас есть и наушники, моно, естественно. Сзади у нас ручка для переноски. Вот, неплохая. Приемник, в принципе, не легкий, поэтому ручка пригодится. Здесь переключатель диапазонов, недостаток то, что он сзади расположен. Это, в принципе, ручка, которую предполагается часто использовать. Так, раз, два, три. Раз, два, четыре. Четыре положения. Так, давайте включать его. Для этого нам нужно посмотреть. Так, батарейки тут, что плохо, то, что они большие. Здесь две дорогие батарейки. Здесь зато есть питание от сети. Давайте его подключим. Так, включаем. Так, очень громкий звук. Антенну надо вытянуть. Сейчас я размер посмотрю антенны. Антенна 35 сантиметров. Мы ее вытягиваем. И ловим радиостанции. Тут нет светодиода точной настройки, это минус. Переключим на следующий диапазон. Это у нас AM диапазон. Ничего не ловится. Мы попробуем на коротких волнах. На коротких волнах и средних волнах практически ничего нету. Вот. Теперь давайте его вскрывать, посмотрим, что внутри. Открыл радиоприемник, и у нас тут что имеется? Гнездо для сетевого шнура, это обычный трансформатор сетевой, но он такой маленький, маломощный.
Недостаток в том, что он плохо, как бы, малых как раз трансформаторов, что он плохо сердечник набит, поэтому он гудит. Вот. Далее у нас плата тут. Плата, это у нас не текстолит, это гетинакс. Гетинакс, это старый метод печатных плат изготовления. Вот, гетинакс. Вот, что у нас тут? Магнитная антенна. Очень короткая, маленькая, как бы жопская, но лицедраном намотана. Ну, в принципе, из-за этого, наверное, чувствительность слабая. На АМ-диапазоне 32 кГц кристалл. Вот, конденсаторы обычные. Регулировка громкости у нас потенциометр с выключателем. И регулировка настройки у нас тоже потенциометр. Вот такой типичный потенциометр. На всех вот таких приемниках он имеется. Теперь с этой стороны у нас SMD-монтаж. Эти диоды, скорее всего, выпрямительные, так как у нас трансформатор. Вот. И обычный сглаживающий фильтр из конденсаторов. Вот. И чипы какие у нас тут. Самое радостное то, что КТ-0936МБ9. Это очень популярный чип для приемников. На нем обвязка минимальная получается простоты, и можно построить многодиапазонный радиоприем, как этот, но с помощью просто переключения резисторов. Вот это, скорее всего, транзистор, а это, наверное, стабилизатор уже какой-то. Вот. Далее, что у нас тут с этой стороны? Усилитель низкой частоты, старый, устаревший, 2822. Вот, тоже знакомый. Ну, в принципе, все тут. И еще что у нас тут с этой стороны, это у нас динамик, очень неплохой, кстати. У него есть как бы вот такой блестящий пыльник, неплохо. Ну, и тут еще у нас гриль металлический, очень хорошо. Ну, шкала есть настройки, тоже плюс. Шкала настройки у нас сделана каким образом? Вот она. С помощью вот такого, который вращается, наматывается на ручку настройки. Ну что ж, сделаем выводы. Конечно, ожидать там что-то там сверхъестественное за такие деньги нельзя. Но, в принципе, годная вещь для дачи. Особенно нравится громкость, потому что, ну, люди пожилые в основном на дачах, да, и у них со слухом плохо. Ну и шум вообще. То есть радиоприемник, допустим, на одном краю участка, а работает на другом краю. Ну, для стройки также пойдет. То есть поставил музыку и давай работать. И там тоже шума очень много. Вот для этих целей, если что-то его, ну, кто-то сломает, упадет, разобьется, потеряется, небольшая беда, потому что все-таки цена низкая, и поэтому все покупают такие вещи по низкой цене. Мне с точки зрения разборки очень даже интересно, потому что, во-первых, интересный чип, дефицитный, так скажем, его и даже за деньги не купишь, потому что все подделка Алиэкспрессе. Такие чипы подделывают. Но шкала есть, можно будет забрать, гриль металлический, антенна очень длинная, кстати, неплохая. Вот. И динамик с пыльником, вот это серебристый, довольно-таки широкий. Все для поделушек пойдет. Но, наверное, отдельное видео сделаю по разборке этого радиоприемника и восстановлении схемы. Какая схема, потому что в интернете я схему не нашел. Ее просто нету там, вот, данного радиоприемника. Всем спасибо за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного. Пока.